Главные участники проекта – ребята из Котласского детского дома, дети-инвалиды, воспитанники Туровецкого психоневрологического интерната. Отправились за город на базу строящегося кадетского корпуса возле конюшни неподалеку от деревни Алюшино. Это вотчина Одельского казачьего общества «Северный отдел». Члены организации также активно участвовали в проекте «Равенство сторон». А по сути, с некоторых пор они являются друзьями и помощниками Котласского детского дома. Вот и в день приезда дорогих гостей хозяева устроили для них развлекательную программу, провели экскурсию по конюшне, конному полю, дали показательные выступления, а под финал еще и покатали верхом на лошадях всех желающих.